Y no había ley cuando existió la primera familia. Una ley puede regir los sentimientos. Y si están bien casados, el Estado no se puede oponer. Los felicito y los invito a firmar el acta. Ya vas поздравляю y приглашаю подписать протокол. Было очень страшно и необычно. Familiares saben sobre este casamiento. Сообщили несколько дней назад смс-кой. Они были шокированы. В России сложная ситуация. С одной стороны, есть законы, которые ограничивают права геев, но такие законы есть во многих странах мира. С другой стороны, та же Москва – это очень толерантный город, очень либеральный город. По количеству заведений для геев, клубов, но я считаю, в Москве они лучше, их больше, чем, например, в Нью-Йорке. Да, на Игуасу. Медовую неделю.